Этот киоск бытовой химии и пластиковой посуды установлен на муниципальной земле без разрешения. Рядом такие же незаконные столовые и сувенирные лавки. Все они подлежат сносу. Сегодня в поселке Витязево было демонтировано 4 некапитальных объекта. В ходе мониторинга было выявлено то, что на муниципальной территории были установлены незаконно объекты. По решению межведомственной комиссии, которая состоялась уже, был поднят вопрос о их демонтаже. Что на данный момент и происходит? С муниципальной территории убираются объекты, которые были вынесены на комиссию. А это уже город, проспект Революции. Еще недавно здесь стояла незаконная торговая точка. Сегодня муниципальная территория освобождена. Причем собственник демонтировал объект самостоятельно. Собственники повели себя адекватно, после решения межведомственной комиссии были выданы информационные оповещения о том, что необходимо демонтировать самим, либо будет демонтировано силами администрации. Силами администрации были демонтированы еще 2 незаконных объекта с улиц Пушкина и Черноморская. Судьба этих ролетов будет решаться в ближайшее время на межведомственной комиссии. Рабочие группы проводят мониторинг ежедневно. По словам сотрудников управления муниципального контроля, работа с незаконной торговлей ведется успешно. С начала года межведомственная комиссия приняла решение более чем по 30 объектам. И эта работа будет продолжаться. Глава города Юрий Поляков поставил задачу к началу курортного сезона навести в сфере торговли порядок. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа регион.